Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала Помидор КЗ, решетки. Меня зовут Бакшти Дмитрий, и мы продолжаем проходить God of War Ascension, или Бог Войны Восхождения. Приключения Креатоса продолжаются у нас тут. Новая старая локация, да? Я вижу сразу местечко, где есть призы какие-то. Ну, секреты, призы. Окей, что у нас тут еще есть? С правой стороны есть дверь. Хорошо, ее никак не открыть. Головомучительная серия, по всей видимости, сейчас будет. Ну, кстати, по-моему... У меня смутные воспоминания тревожат сейчас. По-моему, я где-то что-то подобное видел уже. Такое ощущение, как будто я видел эту локацию. Ну, не то, что локацию, а такое ощущение, как будто я видел уже, как проходит этот уровень. Так, а вот правая дверь не закрылась между тем. Закрылась только левая. Да, здесь рычаг. Что сделает рычаг? Ага, пустит этот газ. Так, лечение не помешает. Правда, такое ощущение, как будто бы... Знаете, такое чувство дежавю, как будто бы уже играл или видел, как играет этот уровень. По-моему, я знаю, что делать. А, нужно расковырять песочные часы. Вот это люстры. Как будем забираться? Поверху будем забираться. Ладно, слишком много времени ушло на то, чтобы нам показали. Это поэтому мы подождем немножко и со следующей уже. Со следующей попытки... Побежим вперед. Так, газ. Вперед, 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 вперед. Что за нафиг? Ага. Окей. Тут слева мы так просто не заберемся. Почему? Понятия не имею. Потому что здесь все рушится, и забраться можно только. Не знаю. Ну вот чувство дежавю есть. А полного представления о том, что надо сделать, нету. Хреновое, да, ощущение? Да. Так, ладно. Будем поступательно думать, значит. Включаем газ. Что происходит? Падает люстра. По левой стороне. Вот, наконец, появилась возможность прыгнуть. Видимо, я... Видимо, это возможно было и раньше, я ее просто не замечал. Отлично, расхреначили знатно. Теперь можно подняться наверх. И отсюда попробовать что сделать. Никуда он больше не прыгает, ничего, кроме как ползет вправо. Окей, для чего это все нужно? А, ну, таким макаром я... Я, в принципе, только смогу допрыгнуть до песочника, песочных часов. И опустить их. Активировал. То есть опускаются. Опускается лифт. Я понял, для чего нам нужно разрушить. Так, что это у нас? Чары Алифи. Ожерелье, излучающее магию пророчества. Переходило по наследству от одного дельфийского оракула к другому. Пройдите игру, чтобы использовать этот предмет. Ага, то есть, понял. Сначала проходим, и при втором прохождении уже можно использовать. Ладно. Что у нас тут? Алифия, дельфийский оракул, амулет Уробороса и священный туман дельфов помогают оракулу направлять наши стопы по пути истины и премудрости. Хорошо. Великая Алифия, оракул. Помоги мне справиться с местными загадками. Запертая дверь. Хорошо, как открыть? Здесь рычаг. Все довольно просто. А давайте увеличим яркость, потому что пошли какие-то места странные. Очень затемненные. Я представляю просто, как это будет на YouTube выглядеть. Давайте поднимем до 85 яркость. Одна хрень, все равно темно. Ну ладно. Просто когда в таких играх повышаешь яркость прямо аж на 100, появляется странное свечение. Опа, лестница открыта. Ага.
Лестница опустилась. Помните, да, ту лестницу, которую... Подожди. Которую мы в одной из предыдущих серий, возможно, даже в предыдущей, не могли собственными силами опустить. И нужно было именно... Что делать? Нужно было голову, бюст в коробке подвигать, чтобы подняться. Так. Можем дверь открыть. И падает площадка. Для чего? Нам нужно дверь открыть. Ага, все, возвращаемся обратно. Нахрена? Так, кажется, все, я понял, что делать. Сейчас будет все. Так, спускаемся вниз сначала. Вот эта платформа упала. Ой-ой-ой-ой. Так, вот у этого друга... Блин, гарпии, гады. Вот у этого друга давайте заберем щит. Голыми руками просто его. Иди сюда. И лети в свою сестру. Просто от балды. Так. Нахрена здесь нужен? Вот этот значок, непонятно. Ладно, где голова? Голова здесь, окей. Иди сюда. Бюст, в смысле. Куда? Сюда, по-моему. Здесь он упадет. Платформа падает, когда мы состариваем. Все, мы бюст ставим на платформу. Офигительно. Но перед этим мы просто спрыгиваем вниз. Почему нет? Когда восстанавливается все, бюст поднимается вместе с платформой. Отлично. Ну и теперь мы тянем ее за собой. Сейчас бы не застарить все. Вправо. Знаете, для чего нужно это все? А, блин, лучше. Да ладно, это нам не помешает. Скидываем ее отсюда сюда вниз. И она нам сейчас поможет. Во-первых, две вещи поможет сделать. Секреты забрать слева. Она, по идее, должна сейчас кнопочку зажать. Так, лучше толкать вперед, потому что так есть ускорение. Когда толкаешь назад, ускорения нету. Вот, ставим на эту кнопку. И идем забирать секреты. Ставится? Ставится, отлично. Что тут? Тут эта записка есть. Напоминание от пророка Кастора. Оракула Алифию не беспокоить. Она занята просмотром божественного видения. Все искатели со своими подношениями должны обращаться к пророку. Окей. Так, точно, чувак. Все будет сделано. Так, здесь что? Перья Феникса. Ну, первое перо из следующего набора. Неплохо. Плюс куча еще красных сфер. Кстати, насчет красных сфер. Давайте посмотрим, что можно улучшить. А, я вообще сейчас уже склоняюсь к тому, чтобы открыть особые атаки. Ну, в смысле, яростные атаки. На всех. На всех этих магиях.
Вот, допустим, молния Зевса, давай, открываем. А, чтобы везде мы смогли... Так, доступны новые приемы. Отчаяние Зевса. Нет, вот сейчас яростная атака, 2000. Да, это вот на Зевсе нужно будет. Все, слепящая ярость, окей. Это раз, и два. Яростную атаку, связанную с духами Аида, тоже открываем. Это нужно для того, чтобы R3 комбинация была доступна на всех, собственно, магиях, да? Где у нас еще не открыто это? Лед Посейдон открыто, естественно, пламя Ареса открыто. Это здесь везде открыто, недоступно. У нас еще три магии. Ну, собственно, до них мы наберем еще очечки. Так, это ладно. Где у нас Зевс? Вот он. Вот это вот. Вот это открылось. И... вот это. Окей. Забавно. Так, состариваем. Вот о чем я и говорю. С помощью бюста мы прыгаем на эту люстру и разбиваем. Нафиг это все. А мы не успеем, потому что эта штука далеко очень стоит. Хорошо, давайте еще раз. Только надо успеть, пока все еще... все состарено. Да. Сработало, ну и все, лифт должен опуститься, по идее. Отлично. Чертог Оракула. Неси свои дары Алифии. Мы решим, стоит ли они чего-нибудь. Даров не будет. Ты смеешь искать встречи с Оракулом, но не приносишь никаких даров? Смело. Глупо, но смело. Хотя с таким-то знаком... тебе прямая дорога к Оракулу. Возвращайся, когда найдешь достойные дары. Я пришел увидеть Оракула. И я это сделаю. Какой убогий голос. Я бы послушал твой рассказ, воин. Жаль, что тебя никак не убедить. Укрась его! Так, умные ребята. Нужен работорговец получше. Ух ты ж, ёшкин, блин. Чего-то Total Recall сразу вспомнил. Терпеть дерзости мы не намерены. Ты не увидишь её. Ой-ой. Ладно, погнали. И вот опять Uncharted действие. Слушайте, почему человек, или вот эта вот дрянь, не человек, который может такое мы сотворить, сразу не разрушит мост нафиг. А поступательными какими-то действиями это все делает. Просто берешь ту платформу... Оу, прыгнуть надо. Берешь ту платформу, на которой Крата стоит, и рушишь ее нахрен вниз. Чё? Где нас два, ты от меня убежишь. Воу! А вот здесь я немножко испугался. Ух ты, это красиво. Еще и спуск. Мы не будем побеждены. Этого я не спрашиваю. Нет! Ну вот, вот примерно так и могла закончиться история великого Кратоса. Но нет же, мы все знаем, что вторая и третья часть и первая выходили. А это предыстория, поэтому Кратос ни хрена не помрет. А я всего лишь заново пробегу по этому мосту. Мои нелюбимые QTE и QTE. Желание увидеть Оракула приведет тебя к смерти. Да уже приводило, знаем, что будет после нее. Перезагрузка. Вот бы в жизни так.
меня в покое, я разберусь. Надутый глупец. Ты уверен в своих словах? Ну вот хрен знает, будете, не будете. Может, ты и великий воин, но тебе не место в нашем храме. Ты никогда не увидишь оракула. Че-то хреново как-то, не? Старенькая. Надо же! Вот ведь упрямый, правда? Его упорство только ускорит его смерть. Ох, как высоко ты о себе думаешь, друг. Даже корону напялил. Ну, или венец. Так, понятен принцип. Где тут камни еще? Что за... Что, драться будем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лови. Ах ты. Прикольно, он волну пускает. А я так же могу, чувак. Тихо, тихо. Я пытаюсь найти... Да, господи, где же она? Да хорош, чувак. А, вот они, молнии. Не, ладно, льдом. Это надо льдом делать. Хорошо. Телепортируешься хорошо. Эй, я же поставил щит. У нас с ним разные бои, по-моему. Он снизу, я сверху. Лови. Надо набить комбинацию. Что происходит? Что происходит? Ай-яй-яй-яй, эти платформы будут падать, хорошо. Это было довольно легко. Я перепрыгнул тебя, чувак. Хорош, что ты творишь? Лови. А, блин. Нифига себе. Комбинацию, если не набью, чтобы супер прием сделать. Не получится ни хрена. Здесь еще камень есть. А вот это уже плохо. Нет, я успел. Успел вернуться. Он собрал обратно все это дело. Так. Будем рушить столбы, на котором он стоит, да? Я не дам тебе продолжить! Я тебя вообще не спрашиваю, чувак. Тебе никогда не победить! Ай-яй-яй-яй! Твою смерть!
Так. Поняли, да? Те камни, по которым мы ходим, рушатся. Лови. Я поуворачивался. А, черт. Ай-яй-яй. А вот сейчас у меня ни хрена не получилось. Так. Закидываю его камнями. Закидываю, закидываю. Все, закончили, что ли? Нет, ни хрена. Да это очень трудно уворачиваться от него. Чувак, успокойся. Тебе в этом храме. Черт его знает, пока помогает. Что мы с тобой сделаем? Хватит играть с этим глупцом! Убей его, Кастер! Кастер. Что-то у тебя... Твой план обломался, чувак. Опа, и сразу постарели. Что за... О. Кто из вас поймет в динамике боя, что 5 раз нужно нажать сначала на треугольник и на квадрат, там на крестик, на нолик по одному разу, а потом... Резко, много раз на нолик. Я понимаю, что она мигает, но в динамике за секунду это хрен просышь. Ты не знаю, где надо быть, чтобы до этого допереть. Благо сохранения здесь. На, на, на. Я сильнее тебя буду. Я устал от тупости моего брата. Нормально. Так, теперь дерется этот мелкий бздюк. Как тебе такое? Блин, я не попал в него. Офигеть. Опять не попал, да чтоб тебя. Лови! Ах, все-таки прилетает. Ладно, не буду жадиной. Один удар, и отошел. Я уверен в этом, чувак.
Не, возможности может и поменьше. А вот сил у меня и правда больше. Так, кого ты вызвал? Нет. Офигеть, уворачиваемся, уворачиваемся, следим за ним. Я не подумаю. Лови. Пока у меня есть рейндж атака, я не буду сдаваться. Все-таки в ближнем бою с ним хреново. А вот атакую издалека. Слушай, я брата твоего побил и тебя побью. Камни, кстати, помогают. А больше и нету их. Вот это плохо. Подойти бы еще чуть ближе. Куда ты? Ну, черт его знаешь. Черт. Он убил Оракула, ё-моё. У меня только одна идея. Херачить его как только... Как можно сильнее. Эта идея оправдала себя. Они будут мучить меня, если не справлюсь. Тебе следует меня опасаться, чувак. Ей-богу. Они будут мучить меня, если не справлюсь. Сейчас обо мне побеспокойся, пожалуйста. И о том, что ты Оракула убил, дурья твоя башка. Ох, твою ж налево! Ты посмотри, что он делает! Вот и разлучили братьев. Как же это паршиво выглядело сейчас. А, жесть. Бей шарлатана, достижение. А со вторым что сделаем? Амулет взяли. Амулет Уробороса. Драгоценный амулет, украденный у Оракула Алифии пророком Кастером, может показать жизнь и смерть объекта. Эх ты, пророк, пророк. А вот и, собственно. Так, где же тело 2 для активации? Что это делает? Разрушение, восстановление. Забавно, то есть теперь этим я буду заниматься, да? Ну,
это все круто, но это надо было со мной делать вместе, чтобы я поднялся наверх. Ладно, этим займемся в следующей серии, друзья. Всем спасибо, всем пока!